Коллагеновая маска – это высокоэффективное омолаживающее средство, а также хорошее восстановление после активного солнца. Белок коллагена обеспечивает молодость кожи, так как является ее строительным материалом. Он находится под верхним слоем эпидермиса. Коллаген для коллагеновых масок получают из кожи рыб, а также животных. По своей структуре и строению он наиболее близко подходит к человеческому коллагену. Перед нанесением коллагеновой маски необходимо сначала очистить кожу лица. Коллагеновые листы могут быть обогащены различными активными средствами, что усиливает их действие. Для того, чтобы коллагеновый лист начал работать, его смачивают активатором, создавая так называемый каркас и поддерживая кожу в натянутом состоянии. Коллагеновая маска увлажняет, восстанавливает, регенерирует кожу, а также устраняет признаки усталости. Коллагеновые листы вы можете приобрести только в косметических салонах, а в магазинах или аптеках купить косметику, содержащую белок коллагена. Регулярное применение коллагеновых масок поможет сохранить хорошую увлажненность и ухоженность вашего лица. Прекрасным средством ухода за лицом является моделирующая маска на основе экстракта водорослей. Подготавливая лицо к процедуре, очищаем его молочком. Для того, чтобы сделать уход более активным, используем ампульные концентраты для лица. Активные компоненты ампульных концентратов будут увлажнять кожу, а также защищать стенки сосудов от повреждений. И для лучшего воздействия на кожу мы сделаем по ним легкий массаж. Теперь кожа готова к нанесению маски. В состав этой маски входят водоросли, витамин С, а также растительные экстракты. При нанесении эта маска имеет кремовую консистенцию, но при застывании она уменьшается в размере и дает явный эффект лифтинга. Еще маска оказывает равномерное давление на кожу лица, проталкивая активные компоненты ампулы, находящиеся под ней. По истечении положенного времени мы снимаем нашу маску. Такую процедуру, безусловно, повторить можно только в косметическом салоне. И в завершении на лицо наносим крем с SPF защитой от солнца. Уход с моделирующей маской – прекрасная процедура по уходу за лицом в любое время года для любого возраста. Сегодня я покажу косметический уход за лицом с использованием препаратов, в состав которых входят фитоэстрогены, которые оказывают явный омолаживающий эффект для кожи после 35 лет. И первым этапом нашей процедуры является очищение кожи. С возрастом уровень гормонов в крови заметно снижается, и в первую очередь от этого страдает кожа, поэтому за ней нужен специальный уход. Для наилучшего проникновения активных веществ внутри кожи мы нанесем энзимный пилинг. Пилинг с энзимами в косметологии определяется как самый щадящий и подходит для самой чувствительной кожи. При ежедневном использовании в домашних условиях данного пилинга в течение 14 дней ваша кожа заметно посветлеет. Следующий этап процедуры – нанесение капсул с фитоэстрогенами, которые имеют мягкую и шелковистую текстуру. Эти капсулы можно приобрести в косметических салонах или аптеках. Они заметно подтягивают кожу, улучшают цвет лица и сокращают количество морщин на лице. В завершении нашего ухода мы наносим экстра-обогащенный крем с фитоэстрогеном, который сохранит гидролипидную мантию кожи, а также простимулирует обменные процессы в ней. Процессы старения не остановить. Впрочем, никому не запрещается ему противостоять с использованием косметики с фитоэстрогенами. Эфирные масла являются уникальным средством восстановления гармонии души и тела. Благодаря своей высокой проникающей способности эфирные масла проникают в глубокие слои кожи, а также влияют на психосоматический эффект за счет воздействия на чувствительные рецепторы слизистой оболочки носа. В состав эфирных масел входит масло розмарина, стимулирующее приток крови к коже, масло мира, восстанавливающее духовное состояние, а также масло корицы. Наилучшим образом эфирные масла раскрываются во время миорелаксирующего массажа.
Миорелаксирующий массаж рекомендован лицам, ведущим малоподвижный образ жизни, а также находящимся в состоянии стресса. Во время миорелаксирующего массажа с использованием эфирных масел мы способствуем уравновешиванию двух полушарий головного мозга, что схоже с состоянием во время молитвы, либо фиксируется у ребенка до 6 месяцев. Для каждого клиента мы создаем свою программу массажа, а также подбираем смесь масел с учетом индивидуальных особенностей кожи. Чудодейственная сила эфирных масел – это новые краски. Пусть жизнь становится ярче. Зона декольте нуждается в особом уходе, особенно после 35 лет. Поэтому вашему вниманию предлагаем восстанавливающую процедуру на основе парафиновой маски. И нашу процедуру мы начинаем с очищения, для того, чтобы последующие активные препараты воздействовали на глубокие слои кожи, шеи и декольте. Следующий этап – это нанесение ампульного препарата с выраженным подтягивающим и лифтинговым эффектом. В его состав входят полисахариды, а также масло зародышей пшеницы, которые восстанавливают водно-липидный баланс кожи. Далее наносим крем. Питательный крем, содержащий белок овса, антиоксидантный комплекс, будет заметно подтягивать область шеи и декольте. Перед парафиновой маской обязательно наносим марлевую основу. Парафин нагревается до 40-60 градусов. Важное свойство парафина – способность сжиматься во время охлаждения, оказывая таким образом выраженный лифтинговый эффект. Для того, чтобы усилить эффект парафиновой маски, мы наносим теплое полотенце. Через 25-30 минут маску снимают. Парафинотерапия подходит для сухой, увядающей кожи курсом 10-12 сеансов 1-2 раза в неделю. Также парафинотерапия хорошо сочетается с массажем и с масками для лица, шеи и декольте. Прекрасным средством ухода за лицом является моделирующая маска на основе экстракта водорослей. Подготавливая лицо к процедуре, очищаем его молочком. Для того, чтобы сделать уход более активным, используем ампульные концентраты для лица. Активные компоненты ампульных концентратов будут увлажнять кожу, а также защищать стенки сосудов от повреждений. И для лучшего воздействия на кожу мы сделаем по ним легкий массаж. Теперь кожа готова к нанесению маски. В состав этой маски входят водоросли, витамин С, а также растительные экстракты. При нанесении эта маска имеет кремовую консистенцию, но при застывании она уменьшается в размере и дает явный эффект лифтинга. Еще маска оказывает равномерное давление на кожу лица, проталкивая активные компоненты ампулы, находящиеся под ней. По истечении положенного времени мы снимаем нашу маску. Такую процедуру, безусловно, повторить можно только в косметическом салоне. И в завершении на лицо наносим крем с SPF защитой от солнца. Уход с моделирующей маской – прекрасная процедура по уходу за лицом в любое время года для любого возраста. Здравствуйте! Сегодня я вам покажу процедуру дерматосенсибилизации, которую можно проводить как в домашних условиях, так и в салонах красоты. Для того, чтобы начать пользование дерматосенсибилизатором, его достаточно включить в сеть питания. Лечебное воздействие дерматосенсибилизатора на отдельные участки кожи оказывает слабые токи высокой частоты среднего напряжения, которые вызывают прилив крови к коже, и за счет этого стимулируется кровообращение, оказывается яркий выраженный лифтинговый эффект. Процедура показана для жирной комбинированной кожи с угрями, а также ее можно производить на волосяной части головы для стимулирования роста волос. При работе аппарат дерматосенсибилизатора производит характерный звук, который может усиливаться при искровом разряде. Эффект от применения дерматосенсибилизатора всегда имеет самые положительные отзывы. Конечно, если вы приобретаете настоящий дерматосенсибилизатор, а не его подделку. Его можно приобрести в аптеках, в специализированных на медтехнике фирмах или заказать по интернету.
Процедуры дерсонваля можно делать с лечебной и профилактической целью. Курсом 8-10 процедур продолжительностью 5-8 минут.